Хабибиле, салятула, салянула, аля ясин. Хабибиле, тава сольна, хабиби сольна, хабиби сольна, хабиби сольна, расулиле, макули муджагили. Thank you.
Потому что они стали задумываться, и в этих словах вот намаз, так как руководство,
с чего начинать, да, какие слова говорить. Вот, а в песне я сама, сейчас мы хотя на русском ведем, да, хотя у нас в этом доме принято татарском говорить на татарском, честно говоря, я всегда говорю, что через песни лучше всего учится татарский язык. Сами мы московские, да, родились в Москве, папа у меня в Москве родился, дедушка в Москве, прадедушка тоже в Москве, альхамдулиллях, но у нас бабушки казацкие, корни и нижегородские, там, деревни мы говорим, Цемельян Селяшевс, Казангай Кельгач, Чемельян Селяшевс, Вескадай Бенбина Матьевич, Чемельян Селяшевс, Кем Нищек Трилле-Трилле, ну вот Жирбунчань, да, Дерес Трилле. Потому что вначале, сейчас я тоже много очень вижу молодых, вот особенно Джигар, если они говорят, а мы будем петь цебля со сцены. Я им объясняю, я тоже так, ну, вернее, я искала какой-то такой вот язык московский, но он не бывает. У московского там есть один литературный. Потому что в русском есть литературный, приезжают из Ростовской области, там есть Краснодарского края, откуда Ким А, Ким В. Но у нас есть, который вот с телевидения вещает на литературу в русском языке. Там же и татарский. Улдер. Адабет. Поэтому я тоже училась петь, как правильно. Вот Гульфия Ханум, сейчас она работает в мечети, в институт исламский. Вот она меня этому учила и всегда мне говорила, Найля, надо петь правильно по-татарски. Так что действительно не надо спорить, а надо всегда нести литературный тоже. Очень интересная история. Вот Ясин Мустафин, это она, да, Аматумахану, написала эти слова такие красивые. Мы сочинили музыку и запели. Она очень-очень понравилась всем, и русскоязычным, и нерусскоязычным мусульманам. И когда я в 2008 году, альхамдуля, совершила хадж от соборной мечети нашей, и я вот когда вот уже там вот эти все события тоже приходили, да, когда мы были вот от Сатут Марвы, я вспоминала эту песню. Потому что там вот все точно так. И все время, когда вот думаешь о Курбан-байраме, когда рассказываешь детям или поешь детям, вот прям вот как руководство, что же там на самом деле происходило. Хаджа. Хаджа, вы все знаете, что это рабыня, которая была женой Ибрахима, родила ему сына Исмаила, и вот они как вот источник Замзам. Безмолвной выжженной пустыне бредет Хаджар, нет сил на вах. Все мысли лишь о малом сыне, ребенок сцепленный в руках. От солнечных лучей спасает, одеждой сына прикрывает. А Исмаил все просит пить, как день сегодняшний прожить. По воле Господа в пустыне ее покинул Ибрагим, но верит бывшая рабыня, сыночек будет невредим. Хаджар ребенка оставляет, водицу отыскать должна. Палящий зной их разделяет, но мать решимости полна. На холм Сафа она взбегает, но нет воды на том холме. Когда к Марве она шагает, моля Аллаха в тишине, о, не оставь нас всемогущий, воды прохладу не спошли. Семь раз среди песков зыбучих она взбиралась на холмы. И милостью своей Всевышний их за терпение одарил. У ног младенца Исмаила Замзам источник вдруг забил. Свершилось чудо и сверкнула на солнце звонкая вода. Хаджар лицом к земле прильнула, хвала Всевышнему сожда. Замзам
в сердцах у нас и мать.